Всем привет! В День учителя я покажу вам разминку, которую с легкостью выполнят педагоги и дети прямо во время урока. Первое упражнение – сгибание и разгибание корпуса. Выполните 20 раз. Теперь закинем одну ногу на другую и выполним 10 наклонов. Встаем возле стула и выполняем 20 подъемов на полупальце. Потянем переднюю поверхность бедра, сгибаем колено и тянем пятку к себе. Выполним 10 наклонов, держась за стул. Поздравляю учителей с их профессиональным праздником. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. С вами была Алена Останина. До встречи!